Булат Акуджава – советский поэт и композитор, человек-эпоха, родоначальник бардовской песни. О первом прозаическом произведении автора «Будь здоров, школяр» нам рассказала заместитель директора детской библиотеки имени Пушкина Татьяна Плохотник. Булат Шалович писал эту книгу в период оттепели в 60-х годах, и написал он ее очень быстро. Видимо, пытался избавиться от каких-то страхов, переживаний, от шока, которые вот получил вот этот молодой еще на тот момент человек с началом Великой Отечественной войны. Но, видимо, это была такого своего рода литературная терапия, самотерапия через творчество, выплеснуть все, что плохого, негативного осталось о войне. Но хочу отметить, что эта книга... В ней о войне на самом деле очень мало. В ней даже названия глав очень будничные. Например, «Дорога», «Нина», «Колокольчик Дарвалдая». И здесь практически совсем нет боев, нет встречи с врагом живым. А это история о буднях войны. И, наверное, поэтому она так цепляет и кажется такой правдивой. Это история о школяре. Мальчишки, который со школьной скамьи, буквально со школьной скамьи, ушел на фронт. И эта история автобиографическая. Как и многие мальчишки, он абсолютно не подозревал о том, что его там ждет. И мало кто из нас, из современных людей, из людей любого поколения, думает о том, что война – это не столько и не только героизм. Это прежде всего страшный быт, которому практически невозможно приспособиться. Обычный предмет. Обычная столовая ложка. Что она значит для солдата во время похода на передовой? Ведь ложку эту негде помыть. Она всегда практически лежит, как правило, за голенищем сапог у солдата. Поел, облизал, опять спрятал за голенище. Но это еще полбеды. А представьте себе, когда эта ложка теряется. Суп-то еще солдат может как-то выпить, да, съесть. А если это каша? И тут настоящие проблемы начинаются. И вот так буквально совсем. Как выдержать голод, холод, необычные вот такие бытовые условия? Этот текст очень похож на обрывки какого-то не совсем здорового сна. Вот так бывает во время тяжелой болезни. И вот весь этот рассказ именно такой. Вот эти будни, как будто они снятся, но ты постоянно думаешь о том и привыкаешь думать, что ты не голоден, что тебе не холодно, что тебе не страшно, что тебе не горько терять друзей. То есть пытаешься как-то настроиться и выжить в этой ситуации. Эта история, наверное, могла бы быть близкой практически каждому школяру, который со школьной скамьи ушел на фронт, совершенно не представляя себе, какой она будет, эта его война, и что его там ждет. Но самое главное было выжить, при этом не потерять себя, не подвести никого и как-то сохранить нашу страну. И мне кажется, эта книга будет и интересна, и очень полезна всем ребятам от 15, 16, 17 лет и старше, те, которые сейчас являются ровесниками Булата Акуджавы, того прежнего школяра, который описывается в этой книге. Очень интересно, наверное, поставить себя на место вот этого мальчишки и подумать о том, справился бы я, справился бы каждый из нас с тем, что пришлось выдержать вот этому человеку. Еще наверняка эта книга заинтересует всех, кто интересуется творчеством Булата Шаловича. Котелок с перловым супом, выделяя желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья, роя могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо. 3 раза. Я многому уже научился. Как будто я не голоден, как будто мне не холодно, как будто мне никого не жалко, только спать. Спать, спать. Булат Шалович Акуджава. Будь здоров, школяр.